Энергию молодежи на добрые дела. В Саранске прошел межрегиональный форум, который объединил инициативных молодых людей для обмена опытом в социальном, информационном и миссионерском служении. Одним из важных обсуждаемых вопросов было создание материальной базы для реализации молодежных проектов. Работу конференции возглавил митрополит Саранский и Мордовский Зиновий. Саранск на 5 дней стал центром общения православных лидеров Приволжского федерального округа. Представители 40 епархий собрались на базе православного лагеря «Солнечная Мордовия», чтобы принять участие в межрегиональном образовательном форуме под звучным названием «Пересвет». Главная цель форума – консолидация православной молодежи, стимулирование развития региональных православных молодежных организаций в Приволжье. Я думаю, что такое мероприятие важно не сколько для православной церкви, а для жизни и судеб нашего Отечества, потому что, упуская наши традиции в историческое небытие, мы утрачиваем свои основания своей жизни. И наоборот, восстанавливая их, мы становимся детьми своего Отечества, мы становимся сынами этого Отечества, которым это Отечество дорого. Поэтому православная церковь озабочена теми современными вызовами, которые на сегодняшний день имеются, и собирает молодежь, заинтересованную, озабоченную судьбами России. И я думаю, что нас ждет успех. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо. Направления работы форума были самыми разнообразными. Для молодежи были организованы тренинги и мастер-классы по волонтерской работе, информационной деятельности, социального проектирования. Одним из основных мероприятий стал конкурс социально значимых образовательных и патриотических проектов, в результате которого молодежные лидеры смогли бы улучшить материально-техническую базу своих организаций или создать новые объединения. Очень замечательно, что мы имеем такую возможность собраться с нашими коллегами, с нашими братьями, сестрами из Приволжского федерального округа, чтобы поделиться сегодня своими идеями, своими мыслями, как сегодня нам наиболее эффективно построить свою деятельность. И сегодня на форуме мы предлагаем от Городецкой епархии наш проект «Святой благоверный князь Александр Невский. Слава Духу и имя России». Этот проект сегодня призван объединить некое такое патриотическое движение с целью прославления сегодня лучших людей нашего Отечества, как Александр Невский, как имени России, так и тех людей, которые сегодня прославились своими подвигами, чтобы вдохновить молодое поколение на вот жертвенное служение своим ближним.